105 тысяч долларов на новое медицинское оборудование получили жамбылские медики. Это безвозмездный грант японского правительства. Как распорядиться деньгами уже решили в городской больнице ШУ. Появились 11 современных аппаратов. Алма Уразбаева с подробностями. Небольшой и удобный в использовании фетальный аппарат способен в деталях исследовать состояние даже еще крохотного эмбриона. Он сразу подскажет врачам о неполадках в организме матери и плода. Доплер этот хоть и бесхитростный на вид, все же обращаться с ним должен обученный специалист. Бану Спанкулова выучилась новым технологиям по программе «Болашак». Мы приобрели еще один уникальный аппарат – электрокардиограф. Он позволяет без каких-либо медицинских вмешательств исследовать состояние сердца, измерить артериальное давление, узнать, насколько насыщен организм человека кислородом. Достаточно надеть на руку пациента вот этот пульсоксиметр, и вы в один момент получите все показатели. Этот эндоскоп помогает врачам распознать недуг пациента даже в бессознательном состоянии. А специально осветительные приборы в операционной позволяют хирургам качественно провести свою работу. Теперь здесь можно делать все. От простейшей очистки желчного пузыря до сложной пересадки тканей и органов. Новые технологии сокращают даже сроки реабилитации больных после операции. Врачи уверяют, что пациенты могут встать на ноги сразу после хирургического вмешательства. Мы оказываем так называемую точечную помощь. Через трубку запускается специальный газ, который высвечивает орган. Увидев причину, мы ее устраняем. Так безболезненнее и организм меньше травмируется. Всего шуйскими медиками было куплено на грант 11 современных медицинских аппаратов. Больницы говорят, что с их помощью качественная медицина станет для сельчан доступнее. Если раньше наши горожане за сложным хирургическим лечением ездили в Астану или областной центр, то теперь нет такой необходимости. С этой задачей мы сами справимся. Уже сегодня здесь делают сложные операции, а в будущем году шуйские врачи планируют представить на конкурс японского правительства свои новые проекты. Алма Уразбаева, Канат Жумиспеков, Рауан Байкинже, Жамбылская область.